Нужно ли в школе изучать арабские цифры? Арабские цифры? Ну, я не знаю, столько специализированных, если только школа. То есть, ну, они так не нужны? Ну, честно говоря, так. Я думаю, что не очень. Хватит это терпеть! Нужно ли изучение арабских цифр в школе? Как вы считаете, нужно ли в школах изучение арабских цифр? Скорее да, чем нет. Если ребенку это интересно, почему бы, собственно, и нет? Главное преподносить это все в добровольной форме, чтобы людей, детей не принуждали к этому, и тогда это будет очень даже интересно. Вы изучаете арабские цифры вообще? Нет, финский язык. Арабские цифры? Да. Издеваетесь?